50 иностранцев получили гражданство России в Дагестане. Из них подавляющее большинство – это выходцы из стран СНГ. Теперь уже бывшим жителям Узбекистана, Азербайджана, Украины и Пакистана вручили российские паспорта. Торжественное мероприятие прошло в Республиканском управлении по вопросам миграции. Мы создали все условия для наших граждан, для граждан других государств, которые к нам приезжают. Вам здесь все двери распахнуты, открыты всегда. Мы готовы прийти вам на помощь. И мы будем делать все, чтобы вы, все наши соотечественники, по тем или иным событиям или по тем или иным причинам, которые оказались на той стороне, чтобы вы вернулись к себе домой, и для этого мы все сделаем. Многие из них давно работают в регионе, владеют русским языком и уже успели адаптироваться в новой обстановке. И вот счастливые обладатели долгожданного гражданства получают свой самый важный документ. Я уехала в 83-м году. Жила, все было нормально, пока эта война не началась. Я и мужа, и сына оставила там, конечно, по состоянию здоровья. Приехала сюда. Я ни грамм не жалею, что Дагестан и Российская Федерация. Я очень рада. Спасибо большое тот, кто мне помогал в этом. После официальной части для новоиспеченных граждан России прошел небольшой концерт с участием популярных дагестанских артистов.